Болезнь есть разрушение наших членов, атака тайных вредных организмов, переворот и часовых замена, как бы от веры в горе коммунизму. И схлынула вся шваль обормота, толпа вонючая по залам рассекалась. Рот заполняет отторжение рвоты, везде задымлено, пришла советов власть. И нет совета с Богом и Иеговой, молитва изгнана, нарушены посты. Царь свергнут, под столом лежит в оковах, а в тронном зале нехристи и псы. Тьма необрезанных потомков Голиафа один перед другим кичится лизоблюдством. Убийцы и изверги сидят на месте графов, по их указке реки крови льются. Знак уважения особой слепоте, глухонемым великое почтение. Презрение к труженикам, кто привык потеть, и славят тех, кто нагрешил хоть чем-то. Болезнь не лечат, ненависть к здоровым. Такой настрой большевиков сначала, творцы бесчисленных арестов и погромов. Они на свято слаяли, рычали. Температурило, сгорало все нутро. От печи и почек жалобы, тревоги. Воспламененные, не прикоснись, не тронь. Так испокон веков везде, где жизнь без Бога. Расслышалось с трудом, что кто-то постучал, впустили странника в нездешнем одеянии. То был Господь, начало всех начал. Он сразу выгнал коммунистов пьяных. Очистил комнату, духовным накормил, кровь обновил евангельской верой. Смирение сломило всех, громил. Кто был последним, со Христом стал первым. 25 декабря 2005 года.